Это видео будет о следах механической технологической обработки на древних перуанских сооружениях. Перу, Боливии, полигональных кладок и вот сооружения, которые рядом с полигональными кладками на камнях, на различных древних сооружениях, ну и их частей оставшихся, по крайней мере. И вот вы увидите там следы, которые непонятны для нас. В основном это Альятамба, там Куско, ну и различные малоизвестные сооружения, которые, ну, во многом не имеют даже названия, называют их просто возле Куско. И вот там есть следы, которые очень удивительны, как будто минимум просто удивляют, и кто его знает, что это такое. Вот. Различные мегалитические блоки, отпечатки на них, различные следы какой-то обработки, вот там вот есть в Альятамбо такой момент, как будто вот дисковой фрезой резали, и даже можно определить толщину самого разреза, толщину круга. Откуда у перуанцев, ну вот по официальной же версии, это все построено там в 13-14 веке индейцами, там инками, а испанский конкистадор Педро Кьеза де Леон спросил их, кто это все строил, инки ответили, это не мы, мы богами, мол, мы это не знаем. И там есть следы дискового, ну по крайней мере визуально дискового, и не только там, саксохуаман тоже вот. Следы гигантской дисковой пилы. И толщина этой пилы, ну вот такая. Есть разрезы каменных блоков, и как будто вот алмазной нитью пилили, это даже не пила, вот как будто нитка, толщина вот, ну вот толщина листа, ну может чуть толще эта нить, это не пила даже, и гигантские блоки вот отрезали, как будто какой-то алмазной нитью, кто его знает, что это такое, ну по крайней мере визуальные следы такие. Что при помощи современных инструментов вряд ли кто-то смог бы сделать такой разрез вот идеальный. Ну, по крайней мере, визуально такое видно. Вот советую посмотреть все видео, я покажу и расскажу много.